Добрый день, друзья, товарищи. Вот пчелка уже пошла за водой конкретно. Да, сегодня хорошая погода. А сегодня у нас 4 марта, да. Завтра у внучки день рождения. Вот. Вот эта вот семья тоже высыпала. Вот, вот, вот что творится. Открыл я нижние литки для того, чтобы пчела просто пошла. Вот это, я думаю, что и есть весенний облет. Сейчас по очереди они будут выходить. Да. Это... Две раевые семьи. Посмотрим, что из них получится. Так что сегодня буду работать. Ну, вот работать, что делать, посмотрим дальше. Вот, друзья, первая моя семейка убрал заставную. Улочка полная. Вот здесь только получается с краю, наверное, одна неполная. Сейчас буду перебирать и посмотрю, стоит ли сокращать. Наверное, стоит, но только на одну рамку. Ну вот, поднимаем так вот рамочку. Это рамочка с расплодом. Одной рукой плохо снимать. И стоит с этой стороны. Вот обсижена рамка. Вот так вот. Это порода карпатка. Ну вот. Первая рамка была подготовлена. Вот это вот. Вот. Сейчас посмотрим вот эту рамочку. То есть тут матка уже и расплод хороший для такого времени. Я смотрю, как у других ребят. Вот. Здесь рамка обсижена полностью, меда только поверху совсем мало. Ячейки зачищены. Вот. Так что пчелка есть, расплод есть, снизу подмора немного. Вот, ну я и чистил, честно говоря, так что дальше смотрим. Ребят, подскажите, вот здесь вот на этой рамке вот видно перга и видно свежий медок. Значит, перга такая, знаете, как бы вот она свеженькая, она не похожа на прошлогоднюю. Может ли быть такое, что уже в этом году, хотя я вот обножки не вижу, вот здесь вот такой вот пятачок, вот посмотрите, это перга же свежая, по-моему. Это пыльца даже, не перга, потому что вот свежий разлив. Вот эту рамку я хочу, вот не знаю, куда делать. Я ее, говорят, надо выносить все, выносить за перегородку. Но улочки обсижены все, и одна рамка остается неполная. Думаю, я ее поставлю, облегчу внутри гнезда. Скажите мне, правильно я поступил или нет. Вот, ребят, первый улей мой, да, значит, вот смотрите, сюда я поставил первую рамку. Это мед. Раз, два, три, четыре рамки у меня, это гнездо. И крайняя у меня рамка, она медовая. Но все рамки, вот эти вот, раз, два, три, четыре, вот с этой стороны, все рамки плотно обсижены. Ну вот, и вот пчелка уже пошла на эту медовую рамку сюда. То есть им до расплода тут совсем чуть-чуть носить. Поэтому я пока поставлю так и буду ждать ваших комментариев. Вот так перекрыл холстиком. Вот, и укладываю подушку. Вот. Беги, 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 беги. Так, надо закрываться уже. Вторая моя семья. Ну, я считал, что она самая, как бы, у меня такая сильная. Вот. О ней я немножко расскажу. Если сейчас не спугну. Вот. Здесь уже вот такой вот расплод. Но это уже вторая рамка просто. Здесь я сейчас увидел матку. И об этой матке я все хотел вам рассказать. Но она... А вот она, бегает она. Вот она. Так, так, где же она? Где она? Плохо. Через камеру видеть. Вот она.
идет на меня. Продолговатой жопкой. Может быть, кто-то увидит, не могу. Сейчас я поставлю рамку, разговор продолжим. Вот в этой семье было 9 рамок. Вот, значит, 2 заставные. За заставную я одну вынес рамку на эту сторону. И с этой стороны от заставной я убрал 2 рамки. Ну, эти рамки, они очень много меда на них. Семья сильная была. Мед весь мягкий. Это сироп я сиропом закармливал. Вот, так что под гнездо я оставил 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок. Матка работает хорошо. 2 рамки с таким расплодом, где-то ну, по 700, по 500 ячеек заложен, ну, только закрытым и выходящим расплодом. То есть где-то на выходе 1500 пчелы есть. Ну вот жаль, как это получится, нет. Посмотрим дальше. Так вот, что я хотел. Да, я извиняюсь за то, что крутится камера, потому что разворачиваешься, залазишь в гнездо, блин, а она разворачивается. Вот я не знаю почему. Так вот, это история этой семьи короткая. Она появилась отводка, которую я купил. Ну, сильно летом роилась. Откладывала маточники, устал бороться. Пришел учитель, кто продал мне. Он говорит: слушай, давай мучиться не будем, пускай они откладывают маточники, я обстригу крыло. Обстригает ей крыло этой матки. Ну и как бы через какое-то время я посмотрел, маточники почищены, расплода от бруска до бруска. Милое дело, блин. Ну я как бы про это дело и забыл. Проходит лето, эта семья мне больше всех меда принесла. Вот, а потом, значит, что получается у нас? Август месяц, начинаю закармливать пчел. Матки молодые у меня в других семьях, еще сеют. Вот, сеют. А тут медом завалили все рамки. Я, во-первых, никак не мог ужать их хотя бы до одного корпуса, чтобы они в зиму у меня ушли. Вот, ну, кое-как я их загнал в один корпус. Попытался на 8 рамок их сделать, не получается, на 9. Ну, так они у меня на 9, на 10 рамках, по-моему, и зазимовали. Сейчас же, видите, там рамочек много в ней. Вот, семья большая, думаю, а почему же все сеют матки-то по осени, да, там в сентябре, а это нет. Искал я там, все, матка пропала. Блин, так жалко, такая семья была хорошая, матка, думаю, новая. Вот. А потом на последней рамке, с третьего или со второго раза, не помню, на последней рамочке она в уголке забилась, я начал ее разглядывать, а матка-то с подстриженным крылом. И вот тебе говорят, что покалечь матку, пчелы выведут себе новую матку, эту матку изничтожат, а получилось-то как раз и наоборот. И вот с этой маткой зазимовали, эта семья сейчас развивается у меня, по крайней мере, лучше всех, такого большого расплода и расплода на выходе. Я не видел, они и корма больше всех съели. Так что вот не всегда калеченные матки уходят из жизни. Ребят, ну вот следующая семья. Стараюсь так снять. Вот первая улочка, вот заставная. Давайте уберем заставную. Вот между заставной. Посмотрите там. Она обсижена полностью. То, что я редко лазил... Вот подтверждает гвоздики вот эти вот. Вот. Это я усиливал при перевозке в декабре месяце, так что сильно не тревожил. Это вот первая моя ревизия. Ну вот если так рассмотреть, вот посмотрите. Ну, все улочки обсиженные. Куда дальше сжимать гнездо? Вот, крайне даже до заставной. Сейчас буду смотреть, проверять корма. Если нет, я не буду зажимать. Паша, посмотри вот на этот расплод. Вот это, вроде бы, понимаешь, нормальный. Все, вот он идет по краю вот так вот. А вот этот вот на горбатый похож. Вот видишь, тут их несколько штук. Не трутнили они выводят. Но почему сверху? Это верх рамки. Вот еще немного потеплело. Наверное, градусов, думаю, 16. Вот такая вот у нас байда. Да, смотрел. Есть
одиночные пчелки, конечно, со множкой желтоватого цвета, но это еще мало. Что я могу сказать, ребята? Работы еще много. Вот, только начал, а пересмотрел 5 семей. Вот, сокращаю. Нет, не стал я умничать. Сокращаю гнезда, особенно там, где семьи слабенькие. Выставляю рамки медовые за гнездо, за заставные. Поэтому буду продолжать работать. Да, наверное, уже смысл. Что еще снимать? Ух, как они летают. Интересно, видно, нет, на солнце. Вообще, это уже облет идет. Это настоящий облет, ребята. Это вот перед тем, как пчеле уйти в далекий поход, они вот так вот начинают это мотаться. Сначала перед уликом, а потом делают больший облет. И потом уже, наверное, завтра пойдут. Ох, ну это вообще семья высыпала, слушайте. Вообще. Сейчас, да, хорошо, они сейчас прокакаются. Вот, что я хочу сказать. Большое спасибо. Большое спасибо тем ребятам, тем товарищам, которые реально критикуют, которые подсказывают недостатки. Сегодня стараюсь работать. Самый лучший комментарий, который мне понравился, это то, что я неправильно работаю с пчелой. Сейчас обращаю на это внимание. Конечно, сразу, может быть, и не получится. Но на это замечание я обратил внимание. И теперь буду стараться исправить. Конечно, вот сейчас по сжатию гнезд хорошие были подсказки, советы. Но самый главный, один из главных советов был то, что я вовремя свернул свои холстики. Свернул свои холстики, потому что они намокали по краям. Сейчас вот видите, я их выставил. Вот. А раньше они у меня намокали вот так вот. Представляете, такая вот лоханка торчит, намокнет. И все это влага шла вовнутрь. Когда свернул, все, просохли гнезда. Просохли гнезда, пчелка садится на руку. Вот, она не жалит. Она просто что-то ищет. Я желтенький такой, наверное, она... Ладно, лети. Вот, так что всем спасибо большое. Вот, пишите комментарии. Я сейчас очень сильно нуждаюсь в них. Это не помогаю. Сейчас в ближайшее время займусь хорошей, качественной поилкой. Сделаю. Вот уже посмотрел на просторах Ютуба. Надо обустраивать мне дальше вот эту территорию мою, расчищать кустарники, сажать травку, вспахивать землю уже, вернее, культивировать, сажать фацелию хочу с синяком. Ну и сезон начался, всех с открытием сезона, ребята. Я вас люблю, уважаю, крепко жму руку. Серега Сусеков, Павлу особо хочу передать привет. Парень тут с Дубового, белгородец наш, вот он, у него пасеков за Корочей стоит. Еще никак мы с ним не свидимся, но переписываемся, тоже очень много советуют. Сейчас будем летом экспериментировать, пробовать разводить семьи рекордистские, перевозить отводки с пасеки на пасеку, там подсаживать. Ну, короче, интересная работа будет, будем вас знакомить с ней. А так пчелки летают. Жизнь продолжается. Еще, ребята, немного гула. Вот, посмотрите. Это уже настоящий, точно настоящий весенний облет. Хотя, вот, смотрите, позвонил, написал мне Павел, товарищ. Буквально 70-80 километров. 70-80 километров севернее от нас. Пчелки летают уже не так. Вот что значит. Ну, завтра уже даже до северо-запада дойдет.